Новоиспеченные первокурсники из Самары получили уникальную возможность продемонстрировать свои таланты на большую аудиторию. Гала-концерт фестиваля «Студенческий дебют» стал ярким итогом долгой и кропотливой работы творческих коллективов, юных артистов, танцоров и музыкантов, презентовавших уникальные номера на суд зрителей. На трибунах универсального комплекса собрались почетные гости, в том числе глава города Елена Лапушкина. В этот вечер молодые люди удивляли жителей и гостей города сложной хореографией, исполняли песни собственного сочинения и разыгрывали юмористические сценки. За несколько минут до шоу наша съемочная группа пробралась в гримерку к выступающим. Артисты испытывали волнение, но, несмотря на это, были уверены в собственных силах и итоговом успехе. Я уже участвовал на факультете в студенческом дебюте на гала-концерте университета, и сейчас вот на гала-концерте области, конечно, волнение есть, потому что это совершенно другой уровень. Эмоции, вау, хотелось бы, конечно, классно выступить, зарядиться энергией зрителей. Зала, кайфануть. Проект «Самарский студенческий дебют» – часть программы комплексного развития молодежной политики региона, которую реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Проект «Самарский студенческий дебют» направлен на вовлечение первокурсников в творчество, студенческое творчество, чтобы они приобщались к творческому процессу в высших учебных заведениях, ну и, конечно, деятельности региона в целом. В 2023 году «Самарский студенческий дебют» объединил более 2000 участников из 13 образовательных учреждений. За шоу наблюдали около 4000 зрителей. По словам организаторов, фестиваль имеет все шансы на то, чтобы стать одним из новых культурных брендов региона уже в ближайшем будущем. Анатолий Головко, Игорь Казановский. События.